Вітаю вас, брати і сестри, в сьогоднішньому дні. Слава Богу, що ви сьогодні приєднались до нашої онлайн-трансляції. Ми будемо продовжувати вивчення дарів Духа Святого. Далі я перейду на ваш любимий русский язик. І вначале я би хотів знову определити, що таке дари Духа Святого, для того, щоб ми могли ловити мисль. Духовні дари – це способності, які даються Святим Духом каждому члену тела Христова при личном возрождении, крещении Духом во время покаяния. Это очень важно. И они должны служить как на пользу всей Церкви, так для исполнения каждым христианином своего личного поручения и задания. Они определяют вид служения, который Христос поручает каждому члену тела Христова. Без применения на практике дара Духа не может быть плода в жизни христианина. И наоборот, применяя на практике дары Духа, получаем от Бога плод, который приносит нам радость, мир и желание идти дальше. Духовные дары. Сегодня мы будем брать одну из сфер духовных даров, которая называется дары руководства. Руководство, которое руководит всем. И очень важно нам понимать, что это первые дары и самые основополагающие. Сегодня мы будем говорить с вами о даре евангелиста. Я думаю, каждый из вас знает, что у нас есть благовестники, как их называют. И в нашей церкви тоже есть одна сестра, которая имеет дар благовестника или евангелиста. Возможно, вы ее не знаете, но я знаю ее очень хорошо. Ее зовут Валя Гацуляк. И эта сестра, она работает водителем трамвая. В своем трамвае она поет песни и рассказывает о Господе. До такой степени, что ее даже показывали по телевизору. И когда вы с ней встанете поговорить, она все время будет склоняться к тому, чтобы рассказать вам о Господе. О том, какой Он могуществен, о том, какой Он сильный и какой Он добрый. И что необходимо в Него верить. Это проявляется в ней, это дар евангелизма. Она всегда ищет ситуацию для того, чтобы рассказать об этом. И не только сама, но к этому она способствует, чтобы и другие тоже рассказывали. Тот человек, он имеет вот этот дар. Он все время горит для служения Господу. Потому давайте мы смотрим по теории, сколько смотрим по Библии, что определяется по данному дару. Ефесянам 4 глава, где он написан, 11 стих, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И мы здесь видим, что говорится иных евангелистами. Евангелист – это понятие, дар евангелиста обозначает греческое слово «евагелистос». Вот так можно язык поломать. Евангелизм. По-нашему. В основе этого понятия лежит глагол «евангелион», то есть «благая, радостная весть». Это человек, который любит и желает внести Евангелие, говорить людям об этом Евангелии, говорить всем, кто попадается на их пути. Бывает, приходится убегать даже от них. Но мы смотрим, что в Новом Завете конкретно данное слово – находится только в трех местах. Мы сейчас их посмотрим. Это Деяния, 21 глава, 8 стих, где записано: «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из семи диаконов, остались у него». Мы видим, что Библия называет Филиппа благовестником, то есть тот, который нес это Евангелие. Другое местописание Ефесянам, 4 глава, 11 стих, мы уже читали. Бог через Духа Святого дает дар евангелиста. Конкретно дает его кому-то из людей. Для чего? Для того, чтобы созидалась церковь. Для того, чтобы люди могли слышать Евангелие и приходить в церковь. Третье место, 2 Тимофея, 4 глава, 5 стих. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Мы знаем, что эти слова были сказаны Тимофею. Тимофею, любимому сыну, духовному сыну Павла.
Он ему напоминал о том, что совершай дело благовестника. Возможно, вы задумаетесь, есть ли у меня этот дар? Вы знаете, независимо от этого, есть он или нет, нам необходимо говорить это слово. Мы должны говорить благую весть всем, кто есть вокруг нас, особенно нашим родным. Но мы можем посмотреть, что в Библии даже есть косвенно, оно тоже встречается. В Филиппийцам 4 главе, в 3 стихе написано: «Эй, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими». Апостол Павел снова напоминает филиппийцам: каждый искренний сотрудник, помогайте благовестникам, помогайте им совершать этот труд, который Бог дал. И когда они его совершают, они получают удовлетворение в свое сердце. И они получают плод радость, они получают плод долготерпения, потому что здесь необходимо терпеть, потому что много говорят. У меня даже пример приведу со своей жизни. У меня мама, она неверующая. Это парадокс. Моя семья вся неверующая. И сколько я им уже говорю о Евангелии. Ну да, все правильно, да, ты правильно говоришь, но, говорю вам, необходимо покаяться. Это радостная весть. Они не принимают. Я не знаю, я говорю, но Господь работает, и я молюсь за них. Потому здесь он говорит, подвязавшимся в благовестии. Также есть еще одно место Писания, второе послание к Коринфянам, 8 глава, 18 стих. «И с ними послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование». В церквях необходимо хвалить тех, кто благовествует. Берите за это дело. Это очень полезное дело. Посмотрите в свое сердце. Возможно, Бог вам дал этот дар, чтобы вы могли служить телу Христову. Также мы видим, что данное понятие оно употребляется в отношении к людям, которые посылаются на служение для благовестия, с целью покаяния, покаяния неверующих людей. Это записано в послании к римлянам, в 10 главе, 14-15 стих. Записаны такие слова: «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будем посланы?» Бог с помощью Духа Святого дает этот дар в сердце людей, верующих людей. И потом он побуждает: «Иди и говори». И когда мы идем, он дает нам плод, мир, радость, веру в то, что ты делаешь правильно. Долготерпение, когда у тебя не получается, ты продвигаешься, и Бог идет вместе с тобой. И вот этот дар очень важный. Мы можем даже увидеть, что было много благовестников в Новом Завете. Один из них – это Филипп. В Деянии 8 главе 4-5 стих описывается о нем, когда вы помните, что он тоже благовествовал и покаялся евнух. Дальше Тимофей, сын возлюбленный Павла, Еводия и Синтихия, Климент, Филиппийцам 4 главе записано в 1-3 стихе, Эпафрас и много-много других благовестников. Бог их поднимает для того, чтобы они могли исполнять задачу. Задачу, которую он поставил перед ними. А задача евангелиста – проповедовать благую весть неверующим, как мы уже говорили, подготавливать церковь к служению неверующим. И третье – поддерживать работу служителей, которые организовывают новые церкви. Вы знаете, новую церковь без благовестника или евангелиста невозможно ее организовать. Потому что он будет идти и говорить неверующим людям. И люди будут принимать его слово, потому что он будет говорить, как власть имеющий, от имени Бога. Есть также возможные опасности. Как всегда, они есть.
Это первая опасность, чтобы быть надменным и неуступчивым. Это записано в Филиппийцам 4 главе 1-3 стихе, где написано «думать так же, как и мы». Это было два брата Эвдокия и Синтихия, которые не думали так, как апостол Павел. И он говорит «думайте так же, как я, чтобы вы были уступчивые и смирились под крепкую руку Божию, которая возвысит вас, когда вы будете идти за Господом». И вторая опасность – это проповедование из корыстолюбия. Я буду проповедовать, когда мне будут платить. Или я буду проповедовать, когда мне будут меня хвалить. Нет. Потому что у меня есть дар. Я иду служить Господу, Его Церкви и прославлять Его величественное имя. И теперь определение. Кто такой дар благовестника или евангелиста? Дар евангелиста – это особая способность, которую Бог дает некоторым членам тела Христова, позволяющую проповедовать Евангелие с такой силой, что люди приходят к вере в Господа Иисуса Христа. Они не просто говорят, они просто как бы завораживают вас. И вы слушаете его и понимаете, истина необходимо покаяться. Истинно необходимо принять Господа, потому что я пойду в ад. И это очень важно нам понимать, насколько мы проникнуты данной ситуацией, чтобы люди могли каяться. Человек, имеющий дар евангелиста, он обладает такими характеристиками, чтобы мы могли больше понять этот дар. Ярко выраженной любовью к людям, которые идут в ад. Его болит сердце за погибающий мир, как болело сердце у самого Господа Иисуса Христа. Он также обладает даром так говорить слово, благовествовать и проповедовать, что люди это понимают и осознают, что необходимо пойти за Господом в своей голове. Это только может делать Господь через нас. И третье, у него есть дар естественного убеждения. Он убеждает человека, что необходимо быть со Христом. Это самый лучший путь, и другого пути нет. Как вы думаете, этот дар сегодня нужен? Я думаю, что вы ответили «да». Да, пока мы живем на этой земле, и пока на этой земле есть грешники, необходимы благовестники и евангелисты, которые будут нести это слово этим людям. И эти люди будут каяться и пополнять церковь. Вот так они будут созидать тело Христово. Где можно применить данный дар? В церкви. Люди с даром евангелиста могут быть задействованы в руководстве церкви, в миссии, руководстве миссии, могут быть задействованы в организации той же самой евангелизации, в подготовке самой церкви для проведения евангелизации. И важное – это обучение. Бог дает дар, но нам все равно необходимо обучаться. Обучаться для того, чтобы быть полностью совершенными в руках Господа. Этим инструментом, который будет наточенный. Вы знаете, что нож, если он тупой, сколько вы бы его ни резали, он будет очень тяжело резать хлеб, или он просто будет его рвать. Но когда наточенный нож вы берете, он красивый, делает кусочки хлеба, нарезает, и вам приятно. Особенно я почувствовал это при себе, когда у меня нож затупился, а не было чем его поточить. Потому нам очень важно понимать, что этот дар дает Господь. Нам необходимо самим понять, есть ли он у меня, есть ли у меня желание идти за людьми, призывать их к Господу и прославлять Господа. Теперь я вам задам вопросы, которые наводящие вопросы, которые могут определить, есть вот этот дар или нет. Первый вопрос. Что интересовало меня в месяце первой любви, после того, как вы покаялись? Что самое больше вас интересовало? Было ли это прежде всего евангелизация или рассказывание другим о той благой вести,
которую вы приняли? Второй вопрос. Хотелось ли мне непременно рассказать Евангелие о Христе каждому человеку? Не только тем самым лучшим своим друзьям, своим родственникам, но каждому человеку, который у вас был на пути. Знаете, что у вас есть дар благовестника, если вы хотели это делать. Дальше еще один наводящий вопрос. Были ли мои ближние мне безразличны? Или мое сердце горело при виде их неверия? Знаете, до этого времени мое сердце еще болит меня, потому что я говорил своим ближним. Очень много уже говорил, но они кивали головой, да-да-да, все нормально. У нас все нормально. И мне было очень больно. И до этого времени я им тоже говорю об этом. И если у вас такое сердце, этот огонь о том, что они неверующие, и вы хотите их спасти, вы хотите донести им Евангелие, которое их может спасти. Еще важно, испытываю ли я сегодня тот же самый огонь, который был у меня при покаянии, или в процессе он еще больше возгорается и еще больше меня побуждает идти и говорить слово, радостную весть. Не просто тяжелую весть, а радостную весть. Еще вопрос. Имею ли я часто угрызения совести, когда думаю о неиспользованных шансах говорить людям Евангелие? Каждый из нас когда-то говорил: «Господь, дай мне людей, с которыми я бы мог поговорить». Бог дает людей, но бывает, мы упускаем эти шансы. И тогда Бог Духом Святым нас обличает, говорит: «Ну, я тебе дал шанс, но ты упустил». Мы огорчаемся тогда? Или для нас это так? Да, еще будет 38 и так дальше шансов. Когда-то мой отец, тоже неверующий, я говорил ему о Евангелии, и я жил далеко в Луганске, уехал, и ко мне пришло известие о том, что он умер. И мне пришла мысль, я такая осуждающая: ты ему не сказал Евангелие. Но это было не от Бога, потому что я говорил Евангелие. А он так, а у меня сразу хоп, защитная мысль, как не говорил. Я с ним много раз говорил ему о том, в кого я верю. И меня перестала осуждать совесть. Если вы не будете это говорить, дьявол будет находить вот эти лазейки, чтобы вы сомневались. Бог не хочет, чтобы сомневались. Бог хочет, чтобы четко определили свой дар и шли, и прославляли его, и наслаждались плодами, которые Бог будет производить через вас. Еще есть вопрос, могу ли я вдохновлять к евангелизации других? Делаю ли я это? Задайте себе вопрос. И последний вопрос. Легко ли люди следуют моим идеям, как правильно благовествовать и евангелизировать других? Если вы захотите, вы можете снова прослушать эти вопросы. Еще я хочу, чтобы вы взяли листочек бумаги для себя, написали «дар евангелиста» и поставили «да», «нет», «возможно». Это надо лично ответить каждому из нас перед Господом, потому что только вы и Бог можете определить правильно. И тогда Господь благословит вас. Господь даст вам смысл вашего христианского служения. И вы будете наслаждаться плодами, которые Бог будет производить через вас. Пусть прославится Господь у вас. Сейчас вы можете ответить себе на этот вопрос перед вашим экраном и поставить «да», «нет», «возможно». Сейчас у нас будет снова пение, прославление нашего Господа, и после пения мы продолжим следующий дар. Страдание, любовь, что бесконечна, и благодать твоя.
нужно так всем прощенье, Спасителя любезность, надежда мира. Надежда мира, Спаситель может сдвинуть горы, силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти, вовеки Он творец спасенья, воскрес и смерть победил, всех Иисус победил. Страхи и сомнения, жизнь наполни вновь. Тебе отдам все дни я, все, что я так верю. В твоих руках, Бог, в твоих руках, Бог, Спаситель может сдвинуть горы, силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти, вовеки Он творит спасенья, воскрес и смерть победил, смерть Иисус победил. Яркий свет твой пусть видит вся земля, мы будем петь во славу воскресшего Царя. Иисус, яркий свет твой пусть видит вся земля. Мы будем петь во славу воскресшего Царя. Спаситель может сдвинуть горы, силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Вовеки Он творит спасенья, воскрес и смерть победил, смерть Иисус победил. Спаситель может сдвинуть горы, силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Вовеки Он творит спасенья, воскрес и смерть победил, смерть Иисус победил. Итак, мы продолжаем следующий дар. Дар учения или учительства. Мы говорили про евангелизм, про евангелиста, который это делает. А здесь мы говорим про дар учения. Дар, который, я думаю, каждый из вас видел. Каждый из нас учился в школе. Каждый из нас видел учителей. Хороших, плохих, средних, очень интересно рассказывающих или совсем не рассказывающих, а только говорящих по книге. В моей жизни был один такой учитель по физике, учительница. И можно было брать книгу «Физику» и тему открыть и полностью проверять все, что она говорит. Она вычитывала полностью нам конспект, тот, который был записанный в данной книге. Но, как вы думаете, какой учитель хороший и насколько он хороший? Тот, который может способен проникновенно говорить, что другие сразу загораются. Тот, который может передавать много информации за короткое время. Еще какой учитель хороший, который увлекательно умеет передавать данный материал, что все хотят его слышать. Или тот, который способен четко структурировать все позиции, четко структурировать все, что в нем происходит, все, что он рассказывает. И я думаю, что каждый из нас понимает, что учитель необходим, и он очень важен. Как и в церкви, так и в жизни. Без этого невозможно. Нет обучения, никто не сможет, все будут невежды.
Потому в церкви тоже есть люди, которые, возможно, не афишируют, что они учителя. Но когда мы приходим на какую-то группку, и там бывают разные тексты, очень сложные, и начинаются споры между братьями, мы начинаем много-много спорить, у каждого свое мнение, и доходит до такого, что накала, что уже все. Есть брат, например, который просто сидит и ждет, когда же его спросят, можно так сказать. И к нему обращается и говорит: ну, брат Петр, скажи свое мнение. И он начинает говорить. Говорит ясно, четко, правильно. И все, которые спорят с левой стороны, и те, которые имеют другое понимание, начинают с ним соглашаться и приходят к единому мнению. Хотя, возможно, он не учился где-то, но он может выражать ясно и конкретно свою мысль. Но это не означает, что он может знать о всем. Он может сказать: братья, данный вопрос я не знаю, необходимо еще его над ним поразмышлять. Это тоже правильный ответ для учителя. У этого брата есть дар учителя. И давайте посмотрим в Библии, где записано о данном даре Духа Святого. Это в Римлянам, в 12 главе, 7 стихе: «Учитель, пребывай в учении». Все четко и ясно. С этим даром нормально, понятно. Учитель, пребывай в учении. Не иди евангелизировать, не ставай пастором. Занимайся учением в первую очередь. В 1 Коринфянам, 12 главе, 28 стихе тоже написано: «Бог поставил некоторых через Духа Святого учителями». Бог поставил. И в Ефесянам мы уже читали, в 4 главе, 11 стихе написано: «И Дух Святой Богом поставленные иные учителями». Потому это очень важно, и он находится в трех местах. С греческого понятия учения «дидаскалос» означает, подразумевает преимущественно учителя, «дидаскалия», как записано в Римлянам 12 главе 7 стихе, который не просто передает знания, которые записаны в данной книге, но он также работает над тем, чтобы развивать у своих учеников определенные способности. Он передает свое, как говорят, кусочек сердца. Когда мы не вкладываемся в наших учеников свое сердце, то вы не профессиональные учителя. Этим понятием называли очень часто руководителей хора, который разучивал одно хоровое произведение для общественного представления. Они просто вникали в данное хоровое произведение, и оно входило в сердца всех, кто участвовал в данном произведении. Здесь речь идет прежде всего о наставлении к послушанию явленному в Слову Божьем. То есть учитель учит, как правильно слушаться Слова Божьего, как правильно поступать в повседневной жизни и с целью обучения благочестию, чтобы поступать не только просто поступать, но еще и благочестиво приступать перед Богом. И самое важное, как он учит. Это тоже записано в 2 послании до Тимофея, в 3 главе, 10 стихом записаны такие принципы, как необходимо учить. «И ты последовал мне в учении, в житии, в расположении, в вере, в великодушии, любви и терпении». То есть он говорит во всем, в жизни. Ученик, вы помните, что Иисус Христос – самый великий учитель. Что он делал с учениками? Он им задавал задание: так, пошли домой, придете, потом покажете. И так делал. Но они жили и 3 года ходили вместе с ним, спали вместе с ним, видели, что он делал, как он поступал в разных ситуациях, и учились у него. Потому учитель – это тот, кто передает частичку себя. У меня есть группа подготовки к крещению, и я стараюсь тоже ее формировать так, чтобы они увидели мое сердце, которое любит их и которое хочет передать
ту благую весть, ту весть, ту Слово Божие, ту волю Божию, которую Бог имеет для них на данный час. Какая задача стоит перед учителем? Учение, а с ними и учитель, имеют особую значимость в Церкви Иисуса Христа. Почему? Ведь в конце концов вера основывается на учении апостола. Каждый из нас когда-то услышал слово. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Если бы мы никогда не читали Слово Божие, мы бы не знали о нем. Но Бог все определил для нас, чтобы мы могли услышать Слово, чтобы мы могли поверить в Него, изучить Его, и Духом Святым Бог коснулся нас. Самыми выдающимися учителями мы знаем, кто был Иисус Христос. Еще были такие, как Варнава, который сын утешения, который умел доносить Слово Божие, Павел, корифей для язычников, также Аполлос и много-много других, которые соединяли в себе и евангелиста, и учителя. Бог может делать и так. Их задача заключалась в уполномоченном распространении учения о Иисусе, Мессии в церкви, в домашней группе и в личной подготовке верующих к служению. То есть не просто учить где-то на стороне, но в личной подготовке служителей, так как в церкви учить, и так и другим людям, которые не знали еще про Иисуса Христа, и доносить им. Какие могут быть опасности? Как всегда, в нашей жизни бывают опасности. Искажение, извращение истинного учения. Важно, чтобы мы сами, в первую очередь, мы могли вникнуть в закон совершенный и вынести его таким, каким он есть, не искажать его. Научать заповедям человеческим вместо Слова Божьего. Не вносить своих корректив в то, что нам не нравится, возможно, или не понимаем в Слове Божьем. Это очень важно, потому что Библия говорит, что мы должны передавать в точности все, что в ней написано. Ничего не добавлять, ничего не изменять. Также учить, не поняв истинного значения данной вещи. Часто мы бываем как животные. Они сверху поели травку и побежали дальше. Взяли сливки сверху, собрали, но не хотим вникать в закон совершенный, который может нас, фундамент наш укрепить. Очень важно нам самим вникать в этот фундамент, а потом доносить его и другим. Преподавать материал, взятый не из Слова Божьего. Это тоже важно, чтобы мы его преподавали из Слова Божьего. И не основываться только для того, чтобы льстить ушам слушателей. Есть люди, которые, даже евреи, говорят, говорите нам то, что приятно ушам нашим. А пророки часто говорили другое, потому что они знали, перед кем они ходили. Еще одна опасность – это учить ради выгоды. Бог никогда не давал дар, чтобы мы учили ради выгоды, а для прославления Его величественного имени. Определение. Понимание, определение дара учительства. Дар учителя – это способность, которую Бог дает некоторым членам тела Христова, некоторым, не всем, позволяющая передавать открытую в Святом Писании волю Божию таким образом, чтобы эта воля была понятна ученикам и конкретно применима в жизни. Не просто учение, которое само по себе, а практика сама по себе. Это теория, которая можно использовать на практике. Это очень важно. Когда они связаны, тогда учение становится живое. В Библии написано, что есть буква, которая убивает, и дух, который животворит. Важно, чтобы наши слова был дух, который будет животворить других людей и будет их возрастать. Какими же характеристиками обладает такой человек? Ясным взглядом для Слова Божьего. Он четко сразу видит в Писании, что написано. Бог дает ему такую характеристику. Аналитическая способность воспринимать волю Божию во времени и пространстве.
То есть не просто изучать Слово Божие, но уметь ее трансформировать в данные ситуации. Потому что она писалась 2000 лет назад. Но она остается актуальной. Насколько она актуальна для нас. Еще характеристика – способность эффективно передавать осознанное. Не просто передавать, через себя пропустить, понять своим умом, понять своим сердцем, сложить в своем теле для того, чтобы оно могло, во-первых, вам дать пользу, а потом отдавать другим. И последняя характеристика – выдержкой и терпением он должен обладать, чтобы учить до тех пор, пока истина не станет учащимся ясной. Вы, наверное, всегда видели, что есть учителя, которые, ну, тяжело их слушать после 5 минут уже. А есть учителя, которых ты слушаешь часами, и тебе хочется еще слушать его. Потому что человек, он так красиво это рассказывает, так все предоставляет очень прекрасную пищу духовную для нас. А для этого необходимо терпение, плод Духа Святого. Как вы думаете, используется этот дар сегодня? Да, он используется, и он очень активно используется. Потому что без научения детей Божьих мы не сможем духовно возрастать в тело, укрепляться и все больше и больше познавать нашего Господа. Только через учение. Оно само не приходит в нашу голову. Поэтому Писание требует от каждого служителя, пресвитера церкви, обладать даром учителя. Итак, дар учителя, он становится необходимостью для каждой церкви. Я даже не буду говорить, где его можно применять. Как и в воскресной школе, так и в обучении в группах, также в руководстве церкви, также в провозглашении и проповедовании Евангелия, в школах, в обучении детей, в групповой работе, в руководстве, в домашних кружках. Как определить, что я имею дар учителя? Задайте себе следующие вопросы. Легко ли я охватываю библейский контекст, или я игнорирую его, когда читаю Слово Божие? Вырываю из контекста стишки, которые мне только нравятся, и не смотрим, как он вписан в данный контекст. Второе. Могу ли я следовать воле Божией в своей практической жизни? Я читаю Слово, я вижу там волю Божию, и необходимо ее исполнять. Когда я просто читатель, это как тот человек, который приходит перед зеркало, посмотрел на себя и отошел от зеркала, и сразу забыл все, какие у него черты лица. Бог хочет, чтобы это зеркало, Слово Божие, всегда стояло перед нами. Чтобы мы всегда смотрели в закон совершенный и могли ему следовать. Третье. Могу ли я связано объяснить библейские или другие понятия? Насколько я могу изъясняться? Это тоже очень важно, чтобы тебя слушали. И последний вопрос. Достаточно ли у меня терпения для воспитания других? Это, я не знаю, наверное, самый важный вопрос. Достаточно ли у меня терпения, чтобы доносить эту истину другим людям, тех, которых вы учат, потому что не все хотят учиться, не все, возможно, понимают вас и понимают эту важность, которую вы хотите донести. Но как Христос даже, который ходил и учил учеников, и они ему задавали такие вопросы, ну, думаешь, ну вы же уже ходите с ним 3 года, чего вы задаете такие вопросы? Но они искренне задавали, потому что они были на этом уровне. Задавайте себе эти вопросы, берите бумажку и снова пишите «Дар учения». Да, нет, возможно. Ставьте свою галочку и помолитесь Господу, и Господь откроет вам ваш дар. Пусть Бог благословит вас. До следующей встречи в эфире.